Всероссийский конкурс «Олимпиада архитектурно-художественного творчества» проходил в Пензе. В нем приняли участие представители более чем из 30 городов России. Ну, на мой взгляд, конкуренция была сильная, потому что дети из разных городов с разной подготовкой. Да, были несколько очень хорошо подготовленных школ. Их, наверное, знают по всей стране. И к тому же 120 человек конкурентов. Победа в Олимпиаде дает преимущество при поступлении в любой архитектурный вуз России. Полученные баллы засчитываются при поступлении. Самого высокого результата в 100 баллов удостоилась Полина Щукина. Это очень значимое для нас мероприятие. Дает школе большой, в общем-то, рейтинг среди учебных образовательных учреждений дополнительного образования. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок. «Наше время».